Здравствуйте. Про Саратовскую область вам рассказывать не нужно. Вы и родом из Саратовской области, и всю жизнь, я смотрю по документам, всю жизнь практически здесь проработали. Сейчас зампредседателя правительства, то есть занимаетесь непосредственно хозяйственной работой, что является ключевым направлением в деятельности любого региона. Роман Ильич, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию и ближайшие перспективы?